Согласно указу президента номер 396 от 2 июля 2021 года, Пенсионному фонду поручено произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей российским семьям с детьми. Мы выплачиваем по 10 тысяч в школе, это детишкам в возрасте от 6 до 18, и категория детей-инвалидов это от 6 до 23 лет. Но здесь есть особенность, это детишкам-инвалидам, которые получают образование по основной общеобразовательной программе. Первоначально старт выплат был запланирован на 16 августа. Однако президент предложил начать выплату досрочно. Выплата производится по 10 тысяч к школе уже со 2 августа. Вот, в автоматическом режиме, то есть основная масса мамочек подает заявление на портале госуслуг через электронный документооборот. Мы получаем эти заявления, вот, обрабатываем их. Большая часть пособий в Северском районе уже выплачена, но работа в этом направлении еще не закончена. На сегодняшний день работа у нас такая, что если кому-то по каким-то причинам пришел отказ, мы начинаем отрабатывать, связываемся с мамочками, им прозваниваем, вот, и пытаемся эту работу сделать как можно быстрее. Если по какой-то причине оформить выплату онлайн не получилось, можно обратиться напрямую в Пенсионный фонд. 15 июля 2021 года Управление Пенсионного фонда в Северском районе по адресу улица 50 лет Октября, 11, осуществляет прием граждан по принятию заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. График работы Пенсионного фонда с понедельника по пятницу с 8 до 4 часов. Возможно обратиться в Управление Пенсионного фонда по предварительной записи на прием по телефону 2-52-18. Подать заявление можно до 1 ноября, а саму выплату предоставят до 31 декабря 2021 года. Выплата начисляется из федерального бюджета и не зависит от доходов семьи, наличия работы и мер социальной поддержки. Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставят на каждого ребенка.